Всем привет, с вами Прия. Ну что, Игромир с 4 по 7 октября. Все, казалось бы, классно, только уже, получается, через 9 часов у меня вылет на самолет. Сегодня первое число, я улетаю 2 утром. Возможно, когда вы уже посмотрите этот видосик, я уже буду в Москве и делать какие-то интересные вещи, насыщать свой YouTube-канал контентом, общаться с какими-либо классными людьми и все это дело стримить и показывать вам для каких-либо рассуждений, обсуждений и всего такого прочего, для поглощения вами новой информации. Ну что ж, собственно, что такое Игромир? Игромир — это территория интерактивных развлечений, то есть на сайте можно абсолютно все почитать. Косплеи, игры, разработчики, какие-либо люди, связанные с различными компаниями. Абсолютно все есть, абсолютно все представлено. О, Letson в виде партнера Игромира. Отлично. У меня как раз от них футболочка именная. Чудно. Далее. Различная информация на сайте указана. Конкретно билетов и всего такого прочего. А почему так рано лечу? Может кто-то сказать. Может кто-то спросить. Вернее, суть в том, что регистрация VIP-посетителей будет проходить либо 2, либо 3 числа. Ну и есть немножко причин, которым стоит быть там чуточку ранее, ведь будут события и до Игромира в виде встреч с различными людьми, так и после. Поэтому в Москве я буду находиться со 2 по 9 число. Билеты различные были на Игромир. Кому-то дали билет, кто-то прошел аккредитацию. Каждый человек получил его по-разному. Обычные же люди, обычные пользователи могли просто-напросто купить себе VIP-билет и быть там абсолютно все дни этой выставки, то есть с 4 по 7 октября. 4 — это бизнес-день, его иначе называют пресс-день. Там тоже есть различные интересности, скажем так. Они уже распроданы. Также на 5, на 7 число билетики еще есть, а на 6 уже нет. Увы, нажимая кнопку «Подробнее», нету различного расписания на абсолютно все компании, которые там только есть. Это грустно немножко. Но наша с вами любимая компания Blizzard позаботилась по полной. 4 октября — контент, 5 октября — тоже контент, 6 — контент, 7 — тоже контент. Все насыщено, все классно, все очень занимательно и в какой-то мере даже специфично. Если же глянуть карту, тут, по-моему, была карта или что-то типа такого, план выставки. Вот он, зал 3. Только взгляните, насколько большая площадь у Blizzard выкуплена. А теперь посмотрите на все остальные и сравните. Вот как бы масштабность такая вот. Ну что ж, вроде бы всю сводную информацию сказал. Надеюсь, за эту неделю вы не заскучаете. Насытитесь каким-либо контентом. Пересмотрите различные видосики на YouTube, которых в текущий момент подготовлено, ну, на самом деле, достаточно. Я думаю, их вам хватит. Ну, а после того, как я залью этот видосик на YouTube, надо будет вот тут вот вставить ссылочку. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, берегите ноги. До скорого, до встречи.